Следующая мера взыскания – это получение судебного приказа. И мы направим пристав. Будут работать с приставом, с вашим имуществом, с вашими счетами. Чтобы не допускать такого развития событий, должников приглашают на заседание профильной комиссии, напоминают о задолженности и предлагают оплатить долги по налогам и аренде за землю в ближайшее время. В этот раз в администрацию Одинцовского округа пригласили 22 должника. Многие юридические лица урегулировали данные проблемы до комиссии. Кто-то полностью, другие частично. Что касается физических лиц, то злостных неплательщиков подчас бывает весьма сложно найти. Многие умело скрываются от представителей администрации и правоохранительных органов. Поэтому работать с ними будут уже судебные приставы. Проведено у нас с вами 14 заседаний в этом году. И было рассмотрено более миллиарда задолженности, из которых мы с вами получили в бюджет 770 миллионов, или почти 60%. Поэтому работаем дальше. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».